Audacity – программа для записи и обработки аудио. Чтобы перейти на сайт программы Audacity, можно набрать в поисковой системе Audacity, как здесь, и в выдаче вы увидите ссылку на официальный сайт данной программы. Также могут быть быстрые ссылки, так называемые, с помощью которых можно сразу из поисковика перейти на определенные страницы сайта. В данном случае это вот ссылочка «Скачать». Нажимаем, переходим. И программу Audacity можно скачать для трех разных операционных систем. Это Windows, Mac и Linux. Так как у меня Windows 7, я скачаю версию для Windows. Мы перешли на страницу скачивания программы для Windows. И первым в списке идет Audacity Installer. Скачиваем файл в удобное место, например, на рабочий стол. Ждем, пока файл программы загрузится. Итак, файл программы загрузился. Можно перейти на рабочий стол и здесь увидеть файл программы. Запускаем. Выбираем язык, по умолчанию стоит русский. Жмем «Далее», «Далее». Оставляем галочку, чтобы установщик создал на рабочем столе иконку запуска программы. Устанавливаем программу. «Далее». Оставляем галочку, чтобы после завершения установки программа запустилась. Нажимаем «Завершить». Итак, программа открылась. Первое, что мы делаем, идем в настройки программы. Это главное меню, правка, параметры и самая первая вкладочка «Устройство». Под систему я предпочитаю выбирать Windows Direct Sound. Воспроизведение. Так как у меня подключен USB-микрофон Samsung GoMic, тест которого я позже продемонстрирую в сравнении с тем, как записывает встроенный микрофон ноутбука, то вы можете выбирать первичный звуковой драйвер или динамики того драйвера, который установлен в вашей операционной системе. То же самое касается и выбора устройства. У меня стоит микрофон Samsung GoMic. Вы можете выбирать первичный драйвер записи звука, стереомикшер или выбрать микрофон, который установлен в вашей операционной системе. Каналы. Для записи речи вполне хватает одного канала, то есть моно, но можно выбрать и стерео. Нажимаем ОК. Нужно подобрать уровень записи микрофона. Как это делается? Попробуйте говорить в микрофон, как вы обычно говорите во время разговора. И чтобы видеть индикатор того, как микрофон принимает звук, можно нажать вот на эту иконочку микрофона, и вы увидите вот такую красную полосочку. Это индикатор уровня записи микрофона, уровня звука. И вот здесь вот ползунок. Можно его прибавлять. Уровень громкости записи будет прибавляться или убавлять. Уровень громкости записи будет убавляться. Желательно выбрать такой уровень, чтобы при обычной вашей речи в микрофон этот ползунок не превышал допустимой величины. Раз. Проверяем. Ну, в принципе, нормально. И теперь приступаем непосредственно к записи. Для этого нажимаем кнопочку записи и говорим в микрофон свою речь и наблюдаем, как в треке появляются волны. Это означает, что звук наших слов записывается, и между волнами вот такие вот прогалы, в которых нет звука или же там шумы. После того, как запись своего голоса мы закончили, нажимаем кнопочку «Стоп». И теперь переходим в начало записи и нажимаем кнопку «Play» и слушаем, что получилось. И говорим в микрофон свою речь и наблюдаем. А теперь я покажу, как чистить запись от шумов. А так как у меня микрофон конденсаторный, он очень хорошо улавливает все нюансы, в том числе и шумы. Но шумы, которые он записывает, довольно-таки просто удалить. Для того, чтобы очистить запись от шумов в программе Audacity, нам нужно выбрать ту часть записи, где есть только одни шумы. Например, вот этот вот прогал. Ставим курсор и тянем до нужного места, чтобы выделить этот промежуток. Выделили. Теперь нажимаем кнопку «Play». Ага, там не только шумы. Попробуем другой участочек. Вот этот участочек вполне подходит. И теперь переходим в меню «Эффекты», затем в «Удаление шума».
И так как мы выделили часть записи, где есть только один шум, нажимаем на кнопочку «Создать модель шума», чтобы программа запомнила, что в записи является шумом. Нажимаем кнопочку «Создать модель шума». Сделали это. И теперь нам нужно выделить всю запись, для того, чтобы потом ее почистить от шумов. Для этого переходим в «Правка», «Выделить», «Выделить все». Или же другой способ выделения – это быстрые клавиши «Ctrl» и «A». Выделили всю запись. Вот, смотрим, что все выделено. И теперь опять переходим в меню «Эффекты». И тут у нас сверху появляется пункт «Повторить ударение шума». Нажимаем. И видим, что программа чистит запись от шумов. То есть там, где были прогалы, более чистая линия. Переходим в начало записи и слушаем нашу запись. И говорим в микрофон свою речь. И наблюдаем. Замечательно. Запись от шумов мы почистили. Теперь нам нужно удалить из записи лишние звуки, лишние паузы и так далее. То есть все, что не нужно. Для этого мы, как делали раньше, выделяем часть записи. Вот, например, в начале. Это И не нужно. Выделяем. И нажимаем на клавиатуре кнопку Delete. Так. Вот пауза какая-то ненужная. Тоже удаляем. Удаляем. Удаляем и так далее. То есть таким образом мы почистили свою запись от шумов, от ненужных пауз, звуков и так далее. Теперь нам нужно сохранить эту запись в звуковой формат, для того, чтобы куда-то отправить или сохранить все на память. Для этого мы переходим в пункт меню «Файл» и выбираем пункт «Экспортировать». Так, сохраняем на рабочий стол, пишем название. Формат выбираем MP3. Сохранить. И здесь нам открывается окно, в котором мы можем вписать так называемые теги для файла MP3. То есть исполнитель, название дорожки и так далее. Потом эти названия будут отображаться в каком-либо MP3 плеере, даже если имя файла совершенно другое. И нажимаем ОК. Итак, Audacity нам сообщает, что он не нашел библиотеку для конвертации в MP3 формат. И здесь можно нажать кнопочку «Скачать» данную библиотеку. И мы переходим на сайт загрузки библиотеки Lame. Это бесплатная библиотека для конвертации аудио формата MP3. Нажимаем переход на страницу скачивания данной MP3 библиотеки. Загрузка для Windows. И вот самый верхний пункт. Загружаем. Можно опять же на рабочий стол. Данную попытку сохранения мы пока отменим, потому что библиотеки у нас нет. Наш файл установочный для библиотеки. Запускаем. Да. Далее, далее. И финиш. Опять переходим в Audacity и пытаемся снова сохранить, экспортировать нашу запись в MP3. Экспортировать. Рабочий стол, пишем название. Сохранить. Так, программа запомнила, что мы писали в тегах. Нажимаем ОК. И программа экспортировала нашу запись в формат MP3. Вот моя запись MP3. Слушаем. И говорим в микрофон свою речь и наблюдаем, как в треке появляются волны. Это означает, что звук наш замечательно. То есть таким образом можно использовать программу Audacity для записи своего голоса. Также можно использовать программу Audacity, как вы уже убедились, для конвертации каких-либо звуковых форматов в MP3 или другие форматы. Наложить под запись своего голоса какую-либо фоновую музыку. Для этого мы переходим в файл, импортировать звуковой файл и ищем тот файл, который мы хотим импортировать.
Я заранее подготовил такой файлик под названием «Мелодия», «Открыть». Программа Audacity постоянно предлагает создавать копию данных, чтобы потом можно было возвратиться к исходному состоянию файла. Нажимаем «Ок». И видим, что Audacity импортировал ниже трека с записью нашего голоса трек «Мелодия». Послушаем, что получилось. И говорим в микрофон свою речь и наблюдаем, как в треке Вот. теперь вот появляется. А теперь у нас есть голос и фоновая музыка. Голос слишком громко по сравнению с фоновой музыкой. Фоновую музыку прибавим. И также можно, если уровень записи очень тихий, как вот у нас уровень записи мелодии, то мы можем произвести нормализацию. Выделяем, переходим в эффекты, нормировка сигнала. Можно послушать, как будет слушаться запись после применения того или иного эффекта. Нажимаем кнопку «Прослушать». То есть слышим, что запись будет громче. Нажимаем «Ок». И программа сделала нормировку сигнала. Не слишком громко, не слишком тихо. Переходим в начало записи и слушаем. И говорим в микрофон свою речь. И чуть убавить мелодию. Тут вот ползунок громкости, минус, плюс. А ниже находится ползунок каналов стерео, лево, право. Ну, мелодия у нас стерео. И говорим в микрофон свою. Ползунок каналов не трогаем, трогаем только громкость. И говорим в микрофон свою. Можно еще убавить. И говорим в микрофон. Замечательно. И теперь нужно вот этот кусочек мелодии размножить, чтобы его хватило на всю длину трека. Выделяем. Скопировать. Ставим курсор в нужное место и вставить. То есть, да, не забываем, что выделять тот трек, в который мы хотим вставить. Вставить. Можно также пользоваться горячими клавишами Ctrl плюс латинская буква V. Ставим курсор в нужное место. Вставить. И теперь у нас получился подкаст, то есть запись голоса с фоновой мелодией. И Слушаем. говорим в микрофон свою речь и наблюдаем, как в треке появляются волны. Это означает, что звук наших слов записывается и между волн. Замечательно. И опять можем экспортировать данную версию. Сохранить. Да, и нам сообщают, что в экспортируемом файле дорожки будут сведены в два стереоканала. Потому что первая дорожка у нас в моно, а вторая в стерео. Нажимаем ОК. Так, ну, можно написать другое название в тегах. Нажимаем ОК. Так. И вот у нас вторая запись уже с мелодией. И говорим в микрофон. После того, как мы сделали какие-то изменения в нашей записи, в нашем проекте, чистили звук, обрабатывали, добавляли треки, необходимо сохранить проект, чтобы потом мы смогли его снова открыть, как-то отредактировать и так далее. Переходим в файл, выбираем пункт «Сохранить проект». Окей, и нам программа предлагает как-то назвать наш проект и сохранить файл проекта в какое-либо место. Допустим, на рабочий стол. Сохраняем. После того, как мы сохранили проект, можем закрыть программу Audacity. И вот программа Audacity сохранила проект. Вот это проект записи. И также программа сохраняет папочку с данными для этого проекта. Файл проекта и папочка имеют название проект, то название, которое мы сделали при сохранении проекта. Чтобы вновь открыть проект, открываем файл проекта. И вот, собственно, программа Audacity нам открыла тот проект, который мы ранее сохранили. Я вам продемонстрирую, как звучит запись во встроенный микрофон ноутбука и через USB микрофон Samsung Go Mic. Это такой маленький USB микрофон конденсаторный, который крепится на крышку ноутбука. Вот запись через микрофон ноутбука. Запись голоса через встроенный микрофон ноутбука. Данная аудиозапись не чистилась от шумов и не обрабатывалась. И
Запись голоса через микрофон Samsung Go Mic. Запись голоса на микрофон Samsung Go Mic в режиме все направленный. Микрофон прикреплен к крышке ноутбука. Данная запись не чистилась от шумов и не обрабатывалась. Как видите, если сравнивать запись голоса через встроенный микрофон ноутбука, звук неплохой. Но по сравнению с тем, как пишет USB микрофон фирмы Samsung, это ощущение, что сначала мы слушали запись голоса через встроенный микрофон ноутбука. Что как будто человек говорит через телефон, а запись через USB микрофон. Запись голоса на микрофон. Как будто мы его слушаем более вживую, а не через какие-то устройства. Спасибо за внимание.